Доброе утро, здравствуйте. Президент России Владимир Путин направил в Думу Югры официальное представление кандидатов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. В нем действующий глава Наталья Комарова, депутат Югорского парламента на профессиональной постоянной основе Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Югра нефтеразведка Михаил Сердюк. Голосование по избранию губернатора пройдет 13 сентября на заседании окружного парламента. Ранее Владимир Путин поддержал решение Натальи Комаровой о переизбрании на новый срок, отметив высокие результаты, которых регион достиг под управлением губернатора. В цифрах это 146 новых детских садов, 8,5 миллионов квадратных метров введенного в эксплуатацию жилья, прирост населения на 140 тысяч человек за 10 лет, 900 километров построенных дорог и многое-многое другое.